Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Думыч, Дэн, Сахар, Лава Криппер, Солдер, Олд ТВ, Смарт, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте, МЛТВ. Всем квакаю. Ребята, давно мы не записывали крутецкую рубрику «Выживание в школе Балти с хэдкрабами». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться и поднимать вам настроение. Погнали. Ну что, кого первого убью, тот самый неумеха, игрок Гаррис Моди. И сегодня у нас, ребята, еще очень классные правила, потому что пацаны не могут использовать оружие и будут чисто убегать. Это будет даже намного интереснее. Поэкспериментируем над этой рубрикой. Надеюсь, вам понравится, она вам поднимет настроение. Вы влепите лайкосик и подпишитесь. А что вы... Ах ты, блин! Ага, хорошо, хорошо, ребята. Сейчас я немножко адаптируюсь, загоню их в угол всех и замочу. Смотрите, я могу вот так встать просто... А, блин, смотри, чекает. Ладно, ладно, ладно. Надо подловить мне как-то вот так за углом, ждать, пока кто-то выбежит, и я его убью. Вот, например, видите, игрок бегает? Сейчас он ко мне сюда придет, и я его замочу. Ах, да ладно, ладно, боятся все. Очкошники, как я. Даже замолчали. Настроение отлично. Эх ты, блин! Ну как, ты живой? Блин, да что вы своими фотоаппаратами мне тычете? Тут хэдкрабс. О, я знаю, что надо сделать. Надо мне двери позакрывать, они тогда... Вот ты стоял, стоял, хорошо. Так, закрываем двери, теперь когда они будут бежать, они будут в дверь ударяться. Есть! Давай, ты где? Я не... Отлично! Отлично, ребята, ну что, первый наш пошел. Так, теперь у нас уже двое, сейчас будет еще интереснее. Так, давайте будем открывать двери, может кто-то зашкирился в классах, потому что реально можно зашкириться. Но мне эта карта очень нравится. Ладно, живи, я же тебя уже замочил. А давайте пойдем вместе с ним. Я тебя слышу. А идите в столовку, мы, кстати, все там шкеримся. Так, пошли, хэдкрабушка. Ой. Пошли, пошли, будем сейчас их мочить. Кстати, когда ты прыгаешь, ты намного быстрее перемещаешься. Только мне на голову не прыгай случайно. Сзади, так, так, сзади, так. Сзади? Беги, беги. А мы сейчас всех помочь, вы не переживайте, мы всех убьем. Я не сходим. О, кстати, можно использовать пинок на Б английскую. Так, если что, на всякий случай. Ух ты, блин, да как я промахнулся, начинаю переживать, когда я не рядом. Так, давайте, ладно, откроем здесь двери. Кто последний останется выживший, тот будет победителем первого раунда. Посмотрим, кто у нас же будет самым лучшим игроком. Так, стоять. Блин, ну смотрите, как они быстро бегают. Игроки намного имеют больше скорость, чем хэдкраб. Ну вот, еще одного замочили мы. Отлично, три хэдкраба уже у нас. Ха-ха-ха-ха. Психи идут. Атакуют школу Балди. Я хотел тебе поджопник один дать. А, ну у тебя и хорошо получилось. Тебе за ногу схватился и на голову сразу запрыгнул. Так это специально, я сказал, что можно использовать поджопник, чтобы вы близко подходили. И в это время я на вас буду прыгать. Вот так вот, ребята, надо обманывать игроков. Вижу. Вижу игроков. Так, отлично. Так, подожди, это наш. Уже ходил прыгать. Ты за мной? Идем. Отлично. Так, прикольно, лапками стучим. Привет. Нам надо как-то скооперироваться и попробовать их окружить. Мне кажется, это хорошая тактика. Так, давай еще иногда проверяй клад. Ты дурак, что ли, сзади? Да блин, он прям наступил мне на новую лапу. Ага! Вот ты... Нет. Дверь будет закрыта. Я встал. Дверь, говорю, закрыта будет. Ну что ты? Давай, иди сюда. А я резко бегу сюда? Нет, нет, я тебе не... Пацаны, он тут в классе, я его хочу как-то замочить. Я сейчас убью тебя. Ребята, они все в столовке бегают. Ничего страшного, мы их убьем. Нет, ты не выйдешь, ты не выйдешь, я тебя не выпущу. Нет, куда ты собрался? Так ты жопа, нет, ты не выйдешь. Так, ладно, ребята, смотрите, просто на дурачка прыгаем ему на голову и побеждаем. Вот, загоняем, загоняем его в угол. Классно, четвертый хэдкраб, ну что, нас все больше и больше становится. 4 на 4 поделились. Мне же интересно, кто останется после. Мы... Еще убили двоих! Нет, мы просто. Нет, друг это друга мы убили. А, вы друг друга убили, молодцы. А что вы тут в столовой поделали? Все перевернуто, все сломано. Не так, не давайте моя, посмотрим здесь. Я. Потому что здесь очень хорошая. Я знал, что так кто-то сидит! Я знал! Так, пацаны, вот он. Дверь. Дверь закрываем. Все, ты не. Пацаны, идите в столовку, здесь часть улицы есть. Он здесь сидит. Не надо.
А, можно стекло, кстати, разбить. Вот, я стекло разбил, можете прыгать через стекло к нам. А вот сейчас мы его опять убьем. Как того, смотрите. Зараза! Тихо. Да блин, я же прыгнул на голову, ну как? Да как так-то? Зря ты это говоришь, зря. Нет, не открывай двери, не открывай, закрывай сразу. Все, у нас уже двое, так, дверь, давай. Атакуем его. Да ну как? У тебя же жопа металлическая или что такое? Да блин! Давайте, давай, есть! Ранил, быстрей! Так, ай! Ё-моё, френдли фуер! Опа, я одного поймал. Красавчик. Ребята, давайте перекличку, кто еще у нас живой? Я. Сахар, ты последний остался? Я не знаю, я бегу. Да ты же, все, Сахар, ты молодец. Все открываем охоту на Сахара, на соль. Вот он бежит, я его вижу. Так, сейчас он, получается, он здесь будет бежать. Он будет нарезать круг. Я его... Да блин, ну вот он был, я же сказал, что это он. Как я не успел. Что, я его поймал? Да. Есть. Так, ты меня убил. А Сахар вроде живой, мне нет, опрождается, что ты его убил. Нет, вот. Я его на него напрыгнул, я сейчас его убью. А, ну все, ребята, раунд номер два, Сахар начинает, все. Ребята, сейчас я буду пробовать себя в роли выживальщика. Мне кажется, это будет очень интересно. Ну как мы, Дима, повыживали? Блин, ну это было круто, классный раунд. Мне он очень понравился. Так, Сахар... Я почти взял первое место. Сахар, ты готов? Все, ребята, раунд начался, Сахарок выбежал. О, нет, соли. Так, я буду здесь все-таки выживать. Он уже кого-то убил, представляете? Я уже слышу звуки. Ну да, кого-то хряснул уже. Март, беги. Бегите, глупцы. Где он? Я слышу, кряхтит. Мы уже все в столовке собрались. Да, мы тут... Давайте столы будем переворачивать. Стол, переворачивайся. Я что, умер? Ну ё-моё! Я так быстро никогда еще не умирал в этой рубрике. Так, стоять! Блин, представляете, как... Да стой! Ты чё? Эх, блин, так как ты там ускользнулся? Ты чё, голову маслом подсолнечным намазал? Я не могу на голову напрыгнуть. Эй, быстро стоять, я говорю тебе. Так. Вот бежит. Есть! Ну, жизни отнял, ребята. Жизни у него отнял. В любом случае, уже это хорошая тактика. Потихонечку всем выносить жизни. Так, собака ты. Давайте двери тут закроем. Закрывай двери, чтобы он не выбежал. И там надо двери закрыть. Все, ребята, вы в ловушке. Вы в ловушке. Вы не выйдете отсюда живыми. Ты не выйдешь. Я его убил. Щенок! Хорош! Этот раунд еще быстрее, что ли, закончится, или что? Так! Да блин, ты чё там? Башмаки металлические. Не могу ударить через башмак. Башмачок. Башмачелло. А кто остался в живых, кстати? А вот еще тут бегают в столовке. Я дверь закрыл, чтобы они не могли выйти. Так, давайте я контролирую. Есть! Жизнь отнял, молодчик. Есть! Еще жизнь отнял! Так, еще один удар, и он умрет. Так, подлавливаем. Страшно. А блин, ты смотри, что... Ах ты кали... Есть! Ранил! Ты что на меня наступил? Я тебе буду мстить за это! Вот тебе, что я тебе буду делать! А я могу вообще за него бить? О, я могу бить других... Во, ребята, я буду бить других игроков. А, если он не умрет, тогда он не станет хэдкрабом. Ладно, давайте на еще одного хэдкраба больше будет. Ой, я слышу удары, один за одним идет. О, давайте, кто останется последним выжившим, оружие может использовать. Mm-hmm. Так, давайте туда перекличку. Кто живой? Я. Ладно, давайте вы вдвоем сможете оружие использовать. Мне кажется, будет прикольно. Еще с Марси и этот. Давайте. Давайте, подождите, не атакуйте. Давайте им полминутки, пусть оружие возьмут себе. Я только подождите. Все, пауза. Делаем так, чтобы реально был ролик интереснее. Пострадаем и мы. А то мы сейчас просто их за полминуты замочим всех. Скажите, когда будете готовы, пацаны. Тихо. Я готов уже. Так, один готов. Сейчас я что-то выберу вообще. Офигеть. Главное, что хорошо подобрать местность себе и оружие подходящее. И тогда можно реально долго продержаться. Опа. Левейшн. Так, давайте посмотрим. Может, тут кто-то все-таки шкерится? Нет. Кто-то где?
Ух ты! Да ты идиот! Да что ты творишь? Ты не идиот? Да блин! Не удумайся. Красавчик, думай. Так, остался у нас последний выживший. Да что ты делаешь? Я живой последний. Да, я убил его. Молодец, красавелла, брателла. Ты действовал наверняка. Так, инфу, где этот последний выживший, а? Где ты зашкирился? Он в автомате по-любому. В автомате? Это как в автомате? Он есть в столовке у все. Так, здесь никого нету. Да ты! Нету его тут. Да блин, а где он заныл? Пацаны, он где-то в классе сидит. Давайте, все, идите, открывайте все классы, прям проверяйте каждый класс. Нет, он в столовке. Он в столовке? А, ну ему осталось недолго. Его убили уже, да? Друзья, кто стал этим? Вон он, в секретной комнате школе, Балди. Спасибо тебе, что ты мне на голову прыгнул, молодец. Все, я не боюсь, я захожу туда, потому что ничего здесь страшного и нет. Ого, он там крышит. Резко все забегайте и все, смотрите. И я его лично убил. Ах ты, говно. Если вы его убили, все-таки моща взяла свое. Я поддался. Ты подай никого, ты не поддавался, ты чего? И давайте сделаем последний раунд, я буду один против вас всех, но с оружием. Проверим, давай. Сколько я продержусь. Я готов, давайте, начинайте. Ой. Что, там же что? Так, давайте здесь встанем. Ой. Да я не хотел. Я не хотел. Где он? А, я понял, где он. Ну, привет. Ребята, ждем их. И сейчас внимательно. Надо никого не пропустить. Или с этой стороны, или с этой будет идти. Ой, привет. Ах ты читер, Дима. Да я не буду так сильно. Ладно, давайте без админского пистолета. Да офигела. Ты читер, вонючий. А! Да блин! Зараза, отвали 22 жизни. Да я случайно взял админский пистолет. Я перепутал оружие. Они со всех сторон атакуют. А ну ты... Да нормально, вы можете меня убить. Я вас верю. А, я застрял! Что я застрелю? А! Это было рядом! Так, меняем локацию. Где наш Димочка? Я убегаю со всей силы, я вас боюсь. Идите за ним! Так он все понятно. Вообще-то это моя фамилия. Секунду. Все, да. Ребята, я нашел классную тактику, где я смогу долго выживать. А, ну я понял. А, я понял, где он. Ну давай, иди в свою нычку. Да. Да ты ж жирная кабак. Да вы можете меня убить, я вас верю. Если вас будет резко много, вы меня убьете. Да, Айфа, можете? Не говори им, пожалуйста, где я, не говори. Ладно, я не настолько крыса. Да ладно, говори. Я все равно всех убью. Он где? В начале. Ну, начало. Ну, сахар, начало, да? Начал я. А, где столовка? А его... Нет. Да ты вонючий, я говорю. А где он? А, я понял. В начале балки. Я сам себя убил! Боже, какой я именно умный человек! Это не яйцо! Я это не считаю. Да ё-моё! Ну пацаны, ну я... Давай заново. Хотите еще раз? Да, давай по новой, Дима, все фигня. Давай, согласен, давайте, погнали. Станем так красиво за партой и будем выживать сейчас. Они не смогут убить. Я в кабинете, да. В кабинете Балди. Давайте, надо еще долго искать тебя. Опа. Первый дверь я его. Первый пошел. И дверь сама закрывается. Мне нравится эта карта. Еще один ушел. Я забыл, где это. Уга, так прикольно зажимает трупы их. Дима лох. Я лох? Да. Ты со мной так заговорил, да? Хорошо. Да, мой. Долго, молодец. Хорош! Мы друг друга мочим. Я тебя дразнил как бы дверью. Ну у тебя хорошо получается. Где он? Я его слышу, но не понимаю. Так, может мне другое оружие взять? Возьму бон. Я сейчас возьму другое оружие, подождите, это сильно читерское, мне кажется. Ай, да блин. Во! Дима, твой любимый, ты даже читер. Вот. Не. Вот. Не, вот. Блин, я не знаю, какое оружие взять, я боюсь. А! Где он стреляет? Я застрял в трубе. Классно выживаем. Понятно, что Дима чуть.
Какой читер? Я взял обычный, уже не админский пистолет, обычным оружием вас мочу. Просто вы не можете. Просто, да. Очень... Ждем. Сейчас как он резко... Ах ты, зараза, у меня сейчас патроны кончатся, придется перезаряжаться. Это очень опасный момент. Ай! Я бегу, пан. А! Они забегают! Не пикайте. Да что за CSGO? Ах ты, гов... Патроны! Жопа! Патроны жопные! Там жопные... Там патроны жопные, понимаете? Ай, блин! Да! Блин, я боюсь вас, вы очень страшные. Мне начинают аж руки потеть, когда вы начинаете мой труп терзать. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!